Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. Рубрика «Мелочей жизни» расскажет о коммунальных неразберихах в нашем городе. Очередной выпуск от Вячеслава Горецкого смотрите прямо сейчас. Интересные изменения заметили сегодня под своими окнами жители дома по улице Ленина. Если внимательно присмотритесь, то заметите, что здесь исчезли деревья. Сегодня утром их оперативно спилили, а сейчас к вечеру даже уже и успели вывести. Что это такое, попытались мы узнать в управлении городского хозяйства. И, судя по всему, деревья здесь спилили для того, чтобы организовать парковку. Вот только мнение жителей, судя по всему, никто не спросил. О том, что пыль будет лететь теперь прямо в окна и на балкон, этому, видимо, на это, видимо, собственнику магазина наплевать. Парковка важнее всего. Появятся ли здесь новые деревья или кустарники, покажет время. Мы, в свою очередь, будем следить за этим внимательно. Ведь, насколько известно, за спиленное дерево необходимо высадить несколько новых. С недавних пор жители Кунгура, живущие в доме по улице Карла Маркса 43, да и просто клиенты близлежащих магазинов подвергают себя опасности, проходя по этой самой арке. Дело в том, что над моей головой болтаются старые, никому не нужные, иссохшие или сгнившие доски, которыми были отделана подшивка крыши. Хозяин здания знает о проблеме, но почему-то не предпринимает никаких мер. И такая проблема существует уже несколько дней. Или да, где-то, наверное, может, 2-3 дня, 4. Что произойдет быстрее? Мелочь будет исправлена, либо доски с гвоздями упадут кому-нибудь на голову. Придется подождать. Поживем, увидим. Ну и напоследок, удивительная погода этим летом, судя по всему, решила устроить паводок 2017, часть вторая. Посмотрите внимательно на сылву. Вода поднялась неимоверно высоко. И все старания спасателей, которые установили ларек, бывший цветочный, на том берегу для наблюдения за купающимися, оказались тщетны, потому что купаться в такую погоду уж точно никто не будет. Да и самому ларьку, судя по всему, нужна помощь. Как бы то ни было, мелочь, которую можно назвать купальный сезон 2017, практически отсутствует в этом году.